Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про двух стариков. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Разговаривают два старика, и один другому говорит: «Ох, у меня сейчас сил больше, чем было в молодости». «Странно, как это может быть?» «Ох, в молодости я свой член согнуть не мог, а сейчас завязываю в узел».